Салютон, карай камарадой, мин номас камарадо атомный, кай ходяу, ни лернис эсперанто пер рету лерну нет. Кай се ви волес лерни нова плана лингво номата котава, ви повас эн ири анля канало де мия спектанто элеганта вампиро. Ли кутиме скрибас и у тексто сур мя видеои. Термоядерный приветик, с вами Playboy Атомный, мы продолжаем изучать эсперанто на уровне А1, А2 при помощи сайта Learn.net. Ну и если вам интересны другие плановые изобретенные языки, в том числе Катава, который очень активно продвигает один из моих зрителей, Элеганта Вампиро, вы можете перейти к нему на канал. Обычно он пишет комментарии под видео, поэтому легко его найти и можете перейти. Вот так вот. А мы продолжаем. 23-й, кофе с молоком, келе атингеля студентен хеймон. Где как добраться до студенческого общаги. Читаю, перевожу. Здесь можно включить звук, но так интересней. Луньо кай Филиппо элирас эля кафео. Луна и Филиппо вышли из кофейни. Филиппо пренас ля пезан вализон де Луньо, думщи тенас сиан вояджи сакон. Филиппо взял тяжелый чемодан Луны без матроски, и она взяла свою дорожную сумку. Чувиси асля адресом для студента Хеймо. Филиппо спрашивает, а ты знаешь адрес общаги? Луна без матроски. Джи эстас эн ля дуа бультено, сед мине сиас кью эстас ля джуста автобуса. Она на втором бюллетене или что? Она есть на втором бюллетне. Но я не знаю, какой правильный автобус. Филиппо. Estas informeo en la stacio domo. La oficisto tie estas tre helpemai. Погнали в справочную на ЖД-станции. Там есть... Ну, в общем, они нам помогут... справочной. Луньо. Ни Иру. Пошли вместе. Энле информею в справочной. Официсто. Недерланд глинви бананта гон кельми по вас хельпи вин. А значит, чиновница на нидерландском. Доброго дня. Чем могу вам помочь? Люньо не пароль, если недерландан, седши сиас ке эн бельгую, о не пароль, если нкау ля францан. Тиаль ши респондас эн ля франца. Луна без матроски знала, что... Она не знала нидерландского, но знала, что в Бельгии также говорят на французском. И тогда она заговорила по-французски. Je m'appelle Люньо. «Je suis studentino», что-то типа того. «Луньо, франко лингве, кель ми поваса атингеля студентан хеймон». «Как я могу попасть в общагу?» – она спросила. Луна без матроски. Чиновница. «Иру экстрен аля хальтео де ля автобуса, кая тие прену ля автобуса номеро дудекуну. Ля ветурадо даурас проксимуме дудек минутоин». В общем, чиновница по-французски говорит. «Отправляйтесь на остановку. Там романтично проведите свидание. Пусть подарит цветы. Вы еще споете стихи или какие-нибудь песни. А потом садитесь на автобус 21 и будете ехать приблизительно 20 минут». Луна без матроски. «Данкон, чумиво вас отчетеля билетонная эн ля автобусо». «Спасибо. Могу ли я купить билеты для автобуса?» «На автобус». Официста. «Не, уное видевас отчетеля билетон эн ля билет вендею. Чуви рестос келькай тагойн эн Антверпено?» «Нет, вообще-то билеты покупаются в кассе для билетов. Вы останавливаете в Антверпене на несколько дней?» Луньо. «Yes, mi restos unus emanion». «Да, я останусь на одну неделю». Луна без матроски говорит. Официста. «Do mi recomendas que vi acetu dek voyagean bileton». «Ну, тогда я вам советую купить 10 билетиков. И по ним будут еще разыгрываться шанс выиграть путешествие к Эльфевой башне».
Тио Костас Мальпли Оль Ачети Уно Пайн Билетон. Это дешевле, чем купить один билет. Луню Данкон про Ля Информу. Луня говорит, спасибо за продвижение и покупку билетов, которые нам абсолютно не нужны. Так, Бонантагон, Кельми Вуповас Хельпивин. Бонантагон, что это у нас? Кельми Повас. Ага, расположите в правильном порядке. То есть это был диалог. Кельми, чем могу вам помочь? Бонантагон, добрый день. Кельми Повас Атинге для университета. Как мне попасть в университет? Для университета Эстас Боне Атинге для Перауто Пербусо. Университет можно, до университета можно добраться на автобусике. Поре Ири аля Бус Хальтео. Ви Иру Экстерен аля Хальтео для автобусой. Чтобы идите, чтобы попасть на автобусную остановку, выходите снаружи, и там автобусы, собственно. Те пренули автобусон номер 3, аль мального урбо. А там возьмите автобус номер 3 к старому городу. Иру перля бусо квар хальтейон тио даурас проксимуме дек минутой. Едьте на автобусе 4 остановки, это приблизительно 10 минут по времени. Чуми повас отчетили билетоны для автобуса, можно ли купить билеты на автобус? Если повас, да, вы можете. Киель лонге ви рестос алеубра, сколько вы будете в нашем городе? Ми рестос уну семаньон, на одну неделю буду. Тям ми рекоменда сви очити семаньон билетон, тио костас мальпли оль унуа пай билетой. Тогда я вам рекомендую купить проездной на неделю. Это будет дешевле, чем отдельные билеты. Данкон проле информос, джисле ревидо. Спасибо за информацию, всего доброго. Бонан рестадон, джисле ревидо. А вы должны нам миллион долларов. До встречи. Все, пройдено. Переходим к следующей, 24 главе. Тут осталось буквально еще пару видео, и мы закончим. Tro rapida semanio. Слишком быстрая неделя. En la posttagmezo la gejunuloj renkontiĝas en la kongresejo. После обеда молодежь встретилась на конгрессе. Луню ям эстас спертулю. Значит, Луна без матроски уже была умной. Унуэ не девас ири аля... И она презерватив взяла, да? Унуэ не девас ири аля акцептею пор прени ниайн документоин кай ниайн конгрессайн сакоин. Чуви конпортис виан конгрессан картон. А сперва нам нужно идти на регистрацию, да, акцептею, приемную, чтобы получить наши документы и сумочку конгресса. Ты взял свою карту Конгресса? Конгресс США сейчас будут голосовать за важные документы. Например, за то, чтобы пристрелить Трампа, как бешеную собаку. La enirejo de la kongresejo estas granda halo, kaj tie Filipo malkovras novan mondon. Выход из Конгресса был, представлял собой большой коридор, где Филиппо открыл для себя новый мир. Хомой де чиуе монде портой ренконтиджас кай салютас уну алиан. Люди со всех частей мира встречались и здоровались друг с другом. Ничего себе, вот это новый мир. Чиуй портас инсигнон. Все носили значки. En la acceptejo li transdonas sian kongresan karton, kaj tie ankaŭ li ricevis tekon kun la kongresa libro, pluraj informiloj kaj la kongresa insigno. В общем, он на приемной отдал свою карту участника конгресса, и там ему дали, собственно, папку с книгой конгресса, какой-то справками какими-то, что типа он знает эсперанто, наверное, и значок конгресса. Вот так вот, ничего себе, вот это круто. А вот конгресс, вот это эсперантисты. Вы видели таких эсперантистов? Смотрите,
Полосатый эсперантист, синие эсперантисты с большими хоботами. Блин, я завидую большим хоботам. Не надо смотреть на большие хоботы. Вот это может забанить этот самый, как его, YouTube. Думля конгресса Семаньо Филиппо мульте пли бонигас сиан эсперантон кванквам анкарау не префектигас джин. В течение недели конгресса Филиппо пли бонигас намного улучшил свой уровень эсперанто, но все еще было далеко до совершенства. Прямо как я, только я ни на какой конгресс не ездил. Кун луньо ли визитас ля конгрессан аранжойн ля инагуарон ля лингво курсойн ля прелегой ка ля концертойн. В общем, вместе с Луной без матроски он посетил много эсперантистских мероприятий, типа, ну, торжественное открытие, лингвистический курс изучения языка, преледжон, что такое, лекции, ага, и концерт. Сед эче пли ли джуес ля юнуларан программон. Но больше всего ему понравилась молодежная программа, где выдавали бесплатные презервативы. Эн ля веспеорой эчуи ге юнулой ренконтиджас эн иес чамбро эн хотелю ау эн ля студента хеймейо кие или кун бабилес ридас кай амузиджас. В общем, каждый вечер вся молодежь встречалась в чьей-то комнате в гостинице, ну, в общаге, собственно, где они много разговаривали, смеялись, шутили, занимались сексом, вот, и бухали. Но обычно молодежь бухает, к сожалению. Вот. По крайней мере, на всех мероприятиях, которых я был, университетских именно как студенты, то там была такая возможность, да. Я уже не пил, я прекратил вообще употреблять алкоголь, по-моему, после 11 класса школы. Да, когда занялся психологией, вообще перестал понимать, нафига это надо. Вот, потому что благодаря психологии расслабляюсь по-другому, вот, и отдыхаю. Но зачастую без алкоголя никуда. Я думаю, у эсперантистов то же самое, у молодежи все то же самое. Единственное, что презервативы, если бесплатно отдавали, то это было бы хорошо. Постеом, постеом, Филиппето чесас пенсади при Хелену. Кай пли джуес ка... ля куне эстадону кун модерна юнулино эль бразилио. В общем, Филипп стал забывать потихоньку Елену и стал больше получать удовольствие от молодой девушки из Бразилии. Сомневаюсь, вот можно забыть голую девушку, которую ты впервые увидел вот всем этом в прозрачной одежде? Очень сомнительно, вот. И чем это так она порадовала, вот это... Луна без матроски, что прямо он стал забывать Елену. Они же не уединялись нигде. Типа, что ты, все ради высших каких-то мотивов, что ты со своим сексом? Все исключительно вот и платоническая любовь, настоящая, о сексе вообще никакой речи. Как же это лицемерно. В первую очередь между парнем и девушкой это, конечно же, секс. Вот. А здесь ничего об этом не говорится. Для чефа плезуро де эсперанто конгрессо не эстас ля конгрессо мем, се для хомой киуино они ренконтастие. В общем... Но главное удовольствие от эсперантистского собрания было не сам собрание, но люди, с которыми там познакомились. Сеони пасигас ля темпон кунова кор амико ау амикино ля септагоин де ля конгрессо фариджас нефоргесебла эсперто. Если проводить время с новыми сердечными друзьями или подругами 7 дней, то конгресс становится незабываемым событием. Опытом. Сперту, да? Опытом. Сомнительно.
Чью таге Филиппо ренконтас люньона ли бабиля секунчи ли раконтас альщи чион при симем, сет при уну аферо ли дауре силентас. В общем, каждый день Филиппо встречался с Луной без матроски, они разговаривали, узнавали про друг друга все больше, но про одну вещь он все время молчал. Какая же это вещь? Что у него есть другая? Вот какая это вещь. На самом деле, что хочу сказать. Ну, типа, провести столько времени, это незабываемый опыт. Сомнительно. Тем более с тем, о чем вот тут с Луней разговаривать. О том, что типа, нужно разоружаться, да? Разоружаться, и тогда США сбросят на нас бомбы, отправят в каменный век и сделают своими рабами, и заберут все ресурсы. Но мы будем думать, что это ничего такого они не сделают, потому что же это не звери. Они же не звери, самые агрессивные. Не, мы будем думать всякую хрень, вместо того, чтобы быть подготовленными. Как я ненавижу вот этот дебилизм. Знаете, обычные люди – это трусливые дебилы, вот, которые не думают о последствиях. Вот не надо быть их вооруженными. Что ты, нахера хорошая армия? Все мы люди, все мы братья. И тут США и Российская Федерация дают прикурить всем, у кого более слабые армии и войска. Самые агрессивные страны с 21 века. Потом, наверное, идет Европейский Союз и этот самый, и Китай. Вот так вот. А есть большие страны, которые вполне мирные, типа Канада, там, Австралия. Ну, что, Канада агрессивная? Нет. Австралия агрессивная? Нет. Ну, а другие страны есть и поменьше, которые тоже не имеют никакого отношения к агрессии, но при этом экономически очень успешны и развиваются. Поэтому можно без агрессии, но поскольку есть вот такие агрессивные твари, нужно быть всегда вооруженными и готовыми к бою. Только тогда, когда силы такие, что навсегда можно снять с арены мировой истории государство какое-то агрессивное большое, вот с таким вооружением, то тогда все будут разговаривать мирно, уважать и не обманывать, действовать честно. Если нет, то поимеют. Значит, кайтио маля транквилиджас Филиппон. И тогда взбудоражился, что-то возбудился Филипп. О, Филипп возбудился. Ну хорошо, наконец-то у них пошло дело. Ли воляс эсти синцера кун луньо. Ли не воляс кащи де ши афероин. Кайля темпу машино эстас тель грава парто де лия нова нуна виво кенне пароли при джи эстас прескао менсого. В общем, он хотел быть искренним с Луной без матроски. Он хотел раскрыть ей все дела, и машина времени, это было очень важно в текущей его жизни. И он, как не говоря о ней, он как будто обманывал бы. О, да, нашел тоже мне фигня, о чем говорить. Ее не интересуют никакие эти. Ее интересует секс. И тебя тоже интересует секс, Филипп. Только вы просто закомплексованы и врете друг другу. Нет, только высшие какие-то материи. Что ты, что ты? Се да ренконти при ля темпо машино сигнифус раконти при Хелено, кайтион ли не воля сфари. Но рассказ о машине времени означал бы рассказ о Елене, и он бы не хотел бы это делать. Вот. Ага, то есть на самом деле у него была другая девушка, с которой он уже спит. Вот, и тут он познакомился с вот еще одной девушкой. И да, вот это уже похоже на реальную историю, что у него девушка в университете из Мексики, с которой он спит, вот, и там уже полноценные отношения. И тут он познакомился с Луней на эсперантистском конгрессе, они начали общаться, все это, и типа он с ней проводит много времени, его мучает совесть за то, что у него же другая девушка есть. Это уже реальная история, такое бывает. А кем они амузиджа для темпо?
Пасос, рапиде, трорапиде. Когда они были увлечены, время шло быстрее и быстрее. Наоборот, когда все классно, время замедляется. Это круто. Ну, у каждого по-разному восприятие времени. Да. У кого-то ускоряется, у кого-то остается прежним, у кого-то замедляется. Димончон для конгрессо коменсиджис пер ля солена инагурау кай аля Филиппо шайнес ке анкорау рестас амасу да темпо. В воскресенье началось с Солена, что это, торжественного открытия. И Филиппу показалось, что было очень много времени. Сет бальдау ям эстас меркредо, кай ля семанио ям эстас дуоне фор. В общем, и вот уже была меркредо, это, по-моему, среда. Среда, и потом неделя уже как бы и прошла. Кай прескау туй секвас яудо вердредо. И вот, прошла половина недели, вот. А потом последовало, в общем, четверг и пятница. Кай нун рестас нур ля ласта театра весперо кай ля солена фермо ля постан матенон. В общем, и осталось всего лишь одно театральное представление и закрытие на следующее утро. Бальдау Филиппето девас ревентури аль Бритую, Кальюньо, аль Бразилию. И тогда Филиппчик должен был отправиться в побриться на лысо он должен был, да, чтобы в Британию отправиться. А Луна Безматросский отправится в Бразилию. Знаете, мне вот это немного напомнило те психологические конференции, на которые я ездил. Там была, которая целую неделю длится. Обычно они там дня три. Вот так вот. Но никаких вот таких вот каких-то отношений там вообще не возникало. Но, тем не менее, время было достаточно интересное. И проводил с интересом и пользой. Тантру там узнал впервые, что это такое. Вообще обалденная штука. Вот. Но... Не знаю, никаких таких связей, которые там дружба или что-то такое вообще не возникло. То есть пришли люди, ушли люди, все. Все. Вот. Ну, был еще, меня приглашали помощником для психологов, достаточно известных, там Павел Раков, Игорь Мерлин, вот. То я был их помощником. Вот, вот это единственная разница. Филиппо сиес кели неволяс перди контактон кун луньо. Филипп знал, что он не хочет потерять контакта с Луной без матроски, ведь она без матроски, а без матроски всегда красивее. Сет антау оля щи фурирос ли девос раконти аль щи ля ферон при киу ли силентас ля тутан симоньон. Но прежде чем она уйдет, он хотел рассказать ей о том, чем он молчал в течение недели, что у него есть еще одна девушка. Вот. Мог бы предложить, давай втроем. Вот. Давай втроем. Ли девос раконти альщи приля темпу машину. Он должен был рассказать о машине. Ну, конечно, о машине времени. Ля конгрессейо де Антверпено эстас эн интереса локо. Джи тровиджас мезе де ля урба бестег джердено. В общем, собрание в Антверпене находилось в очень интересном месте. Между, ну, прямо посреди этого самого зоопарка. Ох, там запахи офигенные, как в селе. Просто можно... Ароматы непередаваемые. Вендредон постак мезе. Вендредон это пятницу. В пятницу после обеда Филиппо инвитес лунен промени кун ля ли тра ля без джардену. Филипп пригласил Луню прогуляться по зоопарку. Почему они не целовались? Ну, тут можно было бы поцелуй говорить. Ну, что-то этого тоже нету. Дум или ригардас. Але, знаете, вот, например, почему не хотел бы я создавать семью? Ну, кроме того, что это ад. Вот я смотрю, и я не вижу семей, у которых бы сохранилась романтика. Ну, какие-то. То есть, все у большинства превратилось в какую-то бытовуху и херню. Ну, вот, допустим, я прихожу, там есть этот самый, как его, фонтан в парке. Никто не целуется возле фонтана, да, никто не купается, не танцует в фонтане. То есть, нету ничего романтичного, все как-то слишком обыденно.
То есть, ну, если бы я с девушкой какой-то встречался, я бы обязательно сделал бы фотки возле фонтана, обязательно бы потанцевали, зашли бы в фонтан и целовались бы в фонтане. Ну, то есть, вот это клево, это классно. Но я не вижу ни в одной семье вообще, никогда не видел, чтобы вот хоть какая-то романтика сохранялась бы и вообще бы имела бы место. Нет, все превращается в бытовуху исключительно выгодно. А ей выгодно, что он деньги там приносит, там, допустим, жилье какое-то. А ему выгодно, что она там кушать готовит и там еще чем-то, ну и секс, да. Все, то есть нету ничего, ну то есть бытовуха и секс, все. И из этого типа совместное проживание и рассказывать при этом, врать о том, что там какая-то любовь, о том, что какие-то чувства, ну, это отвратительно. Поэтому вот так вот как-то это в реальности все. Дум или Ригардос ля Симоньон ля Элефантойн. Симоньон это обезьянки. Ля Эльфантойн, ля Зеброин, ля Тутан, Темпон, Филиппо де Мандас, Син Мем, Кель Липовос, Клериги, ля Люню, Приля Темпо Мащина. В общем, пока они смотрели на обезьянок, на этих самых, или слонов, на зебр, все время Филипп спрашивал сам себя, когда он расскажет Луне о машине времени и на том, что он спит с Еленой. Чущий колерос, келине ям раконтис, альщи аферон тель граван. Она не разозлится, поскольку он не рассказал о столь важном мероприятии. Ну, блин, это чушь. Только если бы он встречался и спал с кем-то другим, то тогда бы она разозлилась. А так, ну, не рассказал он какую-то штуку, ну, не было актуально это, или не хотел тогда, блин. Херня какая-то на ровном месте. А вот если он спит с кем-то другим, о, это уже, да, это важно. Поэтому тут он не рассказывал о второй девушке. А вы напишите, что вы думаете, так ли, или он просто действительно машина времени, это настолько важный разговор, что если он промолчит про нее, то все, разводы и девичья фамилия. Думили Вагас, траля без Джардено, Лисерчас, Лекон, Нетро, Публикан, Кие или Повос, Пароли, Куне, при серьезной аферой. В общем, когда они блуждали по зоопарку, он искал ее укромное местечко, где они бы могли поговорить об очень серьезных вещах. Да. И, конечно, если бы он вот так публично шел и говорил бы о машине времени, все бы вокруг поверили. Такие повернулись, как сенсация, машина времени. Вместо того, чтобы то ли он фантастику перечитал, то ли еще что-то, чувак, или, блин, какая-то хрень. Нет, ты что, сразу бы была какая сенсация, это я вам говорю. Вот когда я иду по улице и говорю о каких-то психологических открытиях и методиках, которые я разработал и которые опережают западные наработки на 50 лет, на полстолетия, все таки прыгают туда. Ух ты что? Ты что? Всем похуй. Всем похуй. Никто даже и не обратит внимания. Вот. Так, что дальше? Финфины ли Ремаркас, Бенкон, Эн Иом, Кащита, Ангулио, Малянтау, Ля Домо, Деля Джирафой. В конце концов, он нашел лавку возле Кащита, спрятанного угла, далеко от, позади загона с жирафами. Странга аферо оказис альми антау келькаймо на той. Странная, в общем, штука была несколько месяцев назад. Ми воля сраконти альви приджи. Я хочу тебе о ней рассказать. Но табличные слова калерианты. Что тут? С, кес. Ага, добавились принадлежность чему-то. Смысловой объект или субъект. То есть кес чей, тес того, чес всеобщий. То-то попробуйте сам. Ми тровис иес документоин, чувисиес киес или эстес. Я нашел чьи-то документы, ты знаешь, чьи это? Кес панона они манджас, тес вортон они паролес. Чей хлеб кто-то жрет, того слова он и базарит. Ми акцептис ныниес опинион. Я не принимаю ничьих точек зрения. Все. Только разве что если за плату. Ми аудас иес вочон экстре. Я слышу чей-то голос снаружи.
Забери и продай. Кес филино вестес. Чья вы дочь? Ми эффективен сиес кес кульпу джестес. Я не знаю, чья это вина. Или эквидис веринон. Инон можно просто говорить. Кес визаджон или эн креспуко нереконтис. В общем, он увидел женщину, чье лицо креспуко, я не знаю, пук, но в сумерках он не... Крепуско. Не узнал. Кес густо ми эстас тес фестон ми фестас. В общем, чей я гость, тот праздник я и праздную. Ага, кес гасто, я густо, блин, про вкус. Невнимательно читаю. Для инфано людис кунсе пупо, кем субите тес капо фракасичис. Ну, ребенок играл со своей куколкой, когда внезапно ее голова развалилась. Ну, вы поняли. Ребенка, у ребенка развалилась голова внезапно. Печально, конечно. Киу джоес при иес маль феличо тиу нерестос сен пуно. Приля маль феличо ду де иу персона. Кто радуется чьем-то проблемам, тот останется без хлеба, типа что? А тот не останется без кары. Вот так вот. Тио эстас ля коро де рича фама виро. Кес номо эстес сурчес липой. Это было сердце богатого мужика, капиталиста, чье имя у всех на устах. Вот, а теперь его вырвали. Коммунисты. Вот это ж надо. Memoru ke esperanto estas nenies propraĵo. Помни, эсперанто никому не принадлежит. En la vesperoj ĉiuj gejunuloj renkontiĝas en ies ĉambro, en hotelo aŭ en la studenta hejmo, kie ili kune babilas, ridas kaj muziĝas. Каждый вечер молодежь собиралась в чьей-то комнате в гостинице или общаге. Там они бухали, спали с друг другом и вообще занимались непотребством. Вот. А потом через 9 месяцев получились дети. Вот такой вот смысл предложения. По-моему, я дословно и правильно перевел. Ну что, на этом все. Джисли ревидо. Край комодородой.